сегодня крайний раз выходим. Да, красавица вон какая яхта. Пришла. Я. На ремонт пришла. И просто техосмотр пройти, не знаю. Стоят. Так что у нас сегодня крайний раз. Немножко опять поснимаю. Будет ли волна, сейчас все увидим. Но солнышко сегодня тепло. И очень надеюсь, что еще раз мы здесь побываем. Май месяц, май месяц. Уже с Мариной. Как быстро меняется. Как быстро меняется погода. Марина, вообще полный штиль. А там, посмотри, там все стекло на берегу. Соня, макарони. А кто-то работает, а кто-то спит. Видишь, не? Да, да, рада. Папа, шо? Хорошая крупная фиш. Неплохо, девочки, вы пообедаете. Вот и все, друзья, подошел мой отпуск к концу. Едем мы на автомобиле назад в Германию. Впереди у нас длинная дорога, 2 дня с ночевкой во Франции. Нам нужно преодолеть 1800 километров. Выехали мы в 12:00 в обед и вечером приблизительно в 21:00 должны остановиться на ночлег во Франции.
часа в пути. Первая остановка у нас, идем в туалет. Проехали Валенсию. Тут даже есть интернет. Очень много грузовых машин. У ребят маленький перекусик. И вот эти пальмочки едут в Германию. Вот они, кучерявые вот эти. Выросли из ничего. Я, по-моему, показывала где-то видео. Сами по себе. Вот эти пальмы, они из цемента растут в Испании. Мы проехали 230 километров. Сделали паузу и теперь едем дальше. Пока еще все по Испании. Испания очень разная. Проехали мы горную местность, где как раз таки мы жили, в городе Кальпе. А теперь вот тут, как вы видите, как в Крыму, в степном. Степь, равнина. Заехали в провинцию Каталания. Будем проезжать мимо Барселоны. Германии 80 евро стоит у французов дорога. А Испания 2 коштен лос? Да. Бандиты французы. Yeah. Если кто не услышал из нашего разговора или неправильно понял, в Испании автобан, быстрая дорога бесплатно. Они 2 года тому назад примерно отменили. И Германия бесплатные автобаны. Ну а Франция еще обдирает бедненьких туристов. Вот такая вот история. Соленое озеро. И в том озере устриц выращивают. Так, объяснили мне. Вот это вот серая вода, это и есть озеро соленое. Вообще такой цвет отвратительный, да? Прям, да, как грязь. Девять часов вечера, заселяемся в гостиницу. Франк бронировал заранее 2 номера. Рояль. Шеф сейчас разведет всех по номерам. 20 и 23. Ich kann vorstellen, morgen wir kommen wo ist kalt. Ой, на втором этаже у нас номера. 101. Это Эрште. 101. Ach, wir sind im Erdgeschoss. Oh, nein, wir sind im Erdgeschoss. Das sind die Nullerzimmer im Erdgeschoss, sorry. Oh, mein Fehler, das war da hoch. Hast du 2 gedrückt? Mhm, auch hin. Dann steht 20, dann wir haben nicht genau 20. Zweite Stock hin? Nein, 20 und 31. Ich dachte, wir sind im ersten Jahr am Schiff Erdgeschoss. Der 20 da. Links, links. Links, Mann. Oh je, yeah, am Ende, ja? Ja. Ja, ja? Wo gibt's noch Zimmer? Ja. Ach, du siehst. 20, 21. Oh! 23.
Wo ist 20? Gibt's nicht. Was steht da? 23. Wie bist du? 20 hier, 20. Was? Ah, вон, gegenüber. Ach so. Heute ist es doch nicht schlecht. Ja. Sind wir beieinander. Danke. Wohin? Das ist offen. Ah. Was? Hört mal. Все, обзор французского номера. Туалет. Отдельно причем. Очень даже интересно. Я такое первый раз встречаю. Идем дальше. Такая вот кровать. Холодильника нет, телевизор, столик, диванчик. Вешалки. Типа шкафчика с видом на дорогу. Так, идем дальше. Кондиционер. Ну, я думаю, отопление работает. И здесь. Вот такая душевая. Интересно. Все, такой номер. 80 евро для меня стоил. Утро следующего дня. Проснулись в 6:00, еще даже солнце не взошло. Всем выехали. И вот первые лучики солнца появляются на горизонте. Красный, оранжевый такой был восход солнца. И впереди у нас долгая дорога по красивейшей Франции. Минерозы. На заправке какие там все-таки у французов есть этот талант. Да. Выпекать что-то. Вот такая красота у Марины. А у меня я просто попросила это улиточка. Обычная улитка, как в Германии. А это с фисташками, с фисташковым он пудингом внутри. Это просто отпад башки. Вкуснятина, обалдеть. Во, молодцы! Во Франции. Какие у них здесь можно кофе купить. Разное всякое. А тут не только кофе, да, по-моему, и сок какой-то можно, да? И чай. Ты что хочешь. И причем на каждой вот такой заправке. Это уже какая? Вторая у нас. Точно такие же автоматы. Это разные такое. Сорты кофе. Видишь? Современное все такое. Да, оно же пахнет по-разному. Большие такие. Туалеты огромные просто. Классные заправочки здесь во Франции. Ура! Германия! Германия нас встретила дождем прямо от границы. Мы приехали из лета опять в зиму. Традиции Марины и Франка. Заехали уже в Германию на первую. Вот это вот. Заправку с позорным немножко туалетом, грязный, еще 1 евро стоит. Вся бумага по туалету разбросана, в общем, короче. Но 1 плюс, 1 евро заплатил, получаешь квиточек, с этим квиточком идешь и покупаешь вот такую колбасятину. И минус 50 в руках, слушай. Вот такую колбасятину минус 50
копеек. Минус 50 цент получается. Вот. Так что сейчас мы будем вкусненькое, сочное. Германия. Ой, здесь можно ехать с любой скоростью. Это единственная страна на нашем пути. А так везде была скорость ограничена. Все. Направление Кальсруэ. Через 20 минут я буду уже дома. Огромнейшее спасибо Марине Франку за прекраснейший отпуск и за такую веселую дорогу домой. Огромное вам спасибо, друзья, за просмотр. Пока!